нашей студии появилась Мила Запрудина, это корреспондент нашей программы, и прямо сейчас мы ждем от нее афишу на выходные. Чем можно заняться, узнаем прямо сейчас. Всем бодрого и доброго, а главное, приятного пробуждения, друзья. У меня сегодня не киноафиша, а афиша событий, подборочку. Но для начала я, как обычно, пришла не с пустыми руками, все уже наверняка поняли. Еда? Будет съедобно, интересно и информативно. А еще мы с вами в конце подборки узнаем, кто есть кто. Но для начала о мероприятиях. Давай. Итак, начнем мы с субботы. В Красноярске завершается сезон кинопоказов под открытым небом от проекта «Мама, я в кино». Зрителей будут ждать сразу в трех районах города. В парках 1 мая, Покровский и Солнечная Поляна. В 19:00 начнется развлекательная программа в парке «Солнечная Поляна». Здесь будет много интересных площадок. Микс традиционной русской культуры и современного искусства. А также здесь вы сможете встретить печь, на которой отдыхал тот самый Емеля из сказок. Испытайте себя в фехтовании. Умеете фехтовать? Нет, научимся. Нет, конечно. Обязательно пойдем. Почувствуйте, поучаствуйте в турнире игры «Камень, ножницы, бумага». Это вы точно умеете. Это наше детство. Можно сейчас попрактиковаться, поностальгировать, вспомнить. А также запустите воздушного змея и поиграйте в гигантские игры. Какие гигантские игры, к сожалению, не уточняется. Но наверняка будет занимательно и для взрослых, и для деток. В 7 часов вечера начнется развлекательная программа в парке Покровский для жителей Центрального района. Специально для гостей кинопоказ, тоже под открытым небом. А еще в 21:00 начнется показ мультфильма свежего относительно «Кощей похититель невеста», который расскажет о том, что вечно молодой и всегда с иголочки наряженный, разодетый Кощей до сих пор уже 300 лет не может найти себе невесту. Если вы не видели этот замечательный мультик, обязательно сходите, посмотрите. Тем более это абсолютно бесплатно. Но ты не смотрела? Забудьте, я смотрела, мне вообще на самом деле очень нравится последние киноновости, киноленты, которые делают наши режиссеры. Особенно фильтры, которые очень напоминают голливудские или пиксаровские, или даже диснеевскую раскадровку. Но об этом мы не будем говорить. Да. То есть советуешь, рекомендуешь? Я отправимся очень рекомендую, смотреть. Да. И второе событие снова в субботу. Обязательно возьмите с собой зонтик, потому как будет дождливо, к сожалению. Но грех не отдохнуть на этих выходных. Они крайние. Потом начнется, надеюсь, продуктивный осень. У всех, да, учебный сезон и осень. Надеюсь, она будет теплая. В общем, второе событие снова в субботу. Фестиваль света и волшебства. Парк имени 1 мая в 17:00. Приходите получить свой космический заряд перед учебным годом. Мастер-класс по созданию мини-флорариума. Знаете, что это такое? Нет, а я не знаю, что это. Как-то в новое утро приходил уже гость или гостья. Мы обязательно, я думаю, это повторим. Это продюсерам на заметку. Также можно будет сделать браслетики с шифрованием только для избранных. А вот для важных людей живопись на пленэре, а также мастер-класс по нейрографике. Но это вы точно знаете. Практика гвоздестояния. У нас это тоже было. Тоже обязательно повторим. Фэшн-театр, ярмарка мастеров и чайная церемония. А также можно будет почувствовать и примерить на себя роль диджея, покрутить пластинки, круто. Помиксовать, позакольцевать, как там еще, какая еще есть терминология свести. У вас? Свести. Треки. Да, треки будем сводить. Микс. А еще выставка арт-техники и мототеатра, и консольные игры. Напоминаю, это суббота, 5 часов, парк имени 1 мая. Хотим диджеем будем. Все, давай, надо учиться. Так, идем мы далее. Диджей-сет. Вы, кстати, уже запланировали, как проведете выходные? Работать ну будем. Вот мы как раз сейчас работать выбираем. Будете? Ну вы что, это же грех. Выходные работать, грех. Нужно отдыхать. Спасибо, Мила. Да, третье мероприятие. Обязательно, это надо в цитаты вынести нового утра и в частности скинуть. Далее, ребята, третье мероприятие. Дом художника приглашает на кольцо с надписью. Ювелирное искусство. На мастер-классе каждый сможет почувствовать себя ювелиром и познакомиться с традиционными ювелирными технологиями.
со времен Древней Руси. Даже новичку возможно создать своими руками кольцо с надписью, вау, смысл которой будете знать только вы. Для работы необходима удобная одежда и обувь, уточняют организаторы. Это мастер-класс пятница, суббота и воскресенье, дом художник. Ну и для самых маленьких, для детей, четвертое мероприятие, 31 августа, утро, 11:00, театр кукол приглашает на очень добрую поучительную сказку «Карлик нос». Читали, наверняка знаете. Класс. Это сказка, которая учит легко относиться к трудностям и находить выход из любого положения. Продолжительность всего 50 минут, поэтому я думаю, что все высидят, как взрослые, так и дети. Даже гиперактивные, как моя. И пятое мероприятие. Отправляемся в горы. Бобровый Лог. Тем более, что в этом году 1 сентября у нас выпало на воскресенье, поэтому это будет последний выходной перед началом учебного года. Для детей и подростков до 17 лет сделали подарок. Для них поездка на канатки будет бесплатной. Но есть одно но. Обязательно должен сопровождать взрослый. Он по полной стоимости поедет. Да, 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 да. А еще 1 сентября в 12:00 в парке Каменка пройдет фестиваль «Аэропикник». Там гости события смогут познакомиться с дронами и сферами их применения, что очень сейчас актуально, важно, нужно быть в тренде, а также посмотреть в очках виртуальной реальности полет беспилотника. Мила, лучше расскажи, что у тебя в коробке. В коробке? Я сижу и думаю, все, смотрю я на нее. Я еще не закончила. А-а-а. Да. Когда же? Мне когда? Подсказывают, что я уже закончила, поэтому приступаем к самому приятному. Давай. Вот какие ведущие марионетки, да. Что нам говорят, то мы и делаем. Конечно, говорящие головы. Что в коробке? Говорящие головы, и мы сейчас к вашим прекрасным лицам будем примерять вот эту всемирно известную шляпу. Так. Из Гарри Поттера. Кто она будет первой? Она что-то будет озвучивать? Она будет разговаривать, поэтому наш звукорежиссер обязательно должен здесь акцентировать внимание, потому как шляпа говорящая. Хорошо. Валерия у нас. Тогда должно быть полное просто молчание. Так, подожди, наверное, Валерия. Мы сейчас, да, полное молчание. Делаем ставки. Кем же будет Валерия? Ой. Факультеты, ну, помните? Ой. Гриффиндор, Пуффендуй, Коктевран и Слизерин. Слизерин, да. Давай, я за Гриффиндор. Я тоже. Так, ну, нечестно. Ну какая разница? Давайте. Да, что, значит, на мне? Давайте будем включать шляпу. Настрой шляпу так, чтобы Гриффиндор. Я как раз сейчас пересматриваю Гарри Поттера. Так, мне подсказывают круглая. Да, никакой магии, девчонки. Давай, все, я вижу. На полях. Вот так вот залезли. Да, батарейки сейчас вытащите вообще из батарейки. Так, ты будешь разговаривать? Так. А что там музыка была какая-то? Руся. Давай, ты же у нас мужчина. Я думаю, что у тебя обязательно получится. Давайте. Шляпа женского рода, поэтому женщина это тебя послушает. Когда она впишется. Нет, она работает. Нужно просто где-то нажать. Круглая штучка. О! О! Работает. Разобрались? Хоть я и женщина, но шляпа меня слушает. Да. Так. Нормально? Да, сейчас минут 30 говорит. Пуф. Сейчас шляпа на самом деле распределяет. Коктевран. Коктевран. Поздравляю. Клапочки. Все, Коктевран, дайте мне. И подождите. Я заберу ее домой. Еще да, раз. Да, ребята, новости. У нас новости, я на новости пошла. Давайте, расходимся. Отличных выходных всем.